Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале по ссылке из Китая. Сегодня будут обзоры товаров, которые были на распаковке в понедельник. А прямо сейчас я позову свою собаку, и мы угостим ее вот этой курочкой. Бука! Бука, бука, бука! Открываем. А вот моя собачка. Ай! Голос. На. Стоять. Уничтожай. Собака скромная, стесняется, не хочет уничтожать курочку. Отдай. Хрюндель, понимаешь? Хрюндель. Отдай игрушку, отдай. Стоять, сказал. Головы у курочки уже нету. Но это не беда, она здесь просто достается, и сама пищалка, получается, именно находится в голове. Поэтому курочка получилась такая долгоиграющая, по сути. Но она уже немножко вся слюнявая. Я думал, что она будет уничтожена буквально за минуту. Нет, немножко прожила. Собаке она понравилась. Нравится курочка, нравится. Ну иди на камеру немножко поработай. Чудище ты, а? Так мы уничтожаем игрушки. Нет, стесняется. Куда сейчас камеру мне свернешь? Чудовище ты. Ну вот прошло, короче, в районе получаса. Ну, голова, как я показывал, достается из этого туловища. Ну, точнее, не я, моя собака показала это изначально. Так, но в голове стояла вот эта свистулька. Она уже работать не будет. Она полностью уничтожена, сгрызена. И кусочек от головы она еще тоже оторвала. Вот это приблизительно вот таким макаром здесь было установлено. В общем, для таких собак не покупайте эту курочку. Если у вас Йорик, Шицу, Тоик или что-то вроде того, кто-то вроде того, то, я думаю, вашему питомцу понравится. Хотя и моей понравилось, если честно. Очень долго затягивать не будем. Сразу же подарим ей вот еще вот эту игрушку на день рождения. Ну-ка, стой! Стой! Чудовище! Нравится? Нравится. Вот такая штуковина тебе, да? Отдай. Камеру не сверни, коза. Иди сюда, дай мне. Бука, дай мне, дай. Стоять! Фу! Бука, фу! Фу, сказал! Так, ну что, посмотрим, летает или не летает. Ну вы знаете, наверное, все-таки штучка-то летать будет в призме. Да, немножко летает. Но эта игрушка, конечно, не для дома. Естественно, только для улицы, потому что в домашних условиях покидать эту штуковину не получится. Если
если она проживет у меня хотя бы несколько дней до выходных, то тогда выйду с ней на улицу прекрасно именно с этой летающей тарелкой, фрисби. Чтобы это записать, если получится, конечно, но, если честно, немножко сомневаюсь. Более детальное подключение и работу внешних USB звуковых карт вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Карточки отличные, рекомендую к покупке. Так, а сейчас будем тестировать вот этот вот девайс для подключения DVD-ROM-а моего. Как я говорил на распаковке, многие сталкиваются с проблемой. Поставили дополнительный винчестер в ноутбук, и все, некуда девать DVD-ROM, CD-ROM. Вот я себе решил приобрести вот этот проводок на USB, чтобы подключить, посмотреть, будет работать, не будет, потому что иногда все-таки сталкиваюсь с потребностью прочитать какой-нибудь диск с носителя. Так, вот что-то ноутбук у меня уже увидел какое-то устройство. Вот, DVD-RV. Давайте я вам покажу, чтобы действительно вы понимали, что это он. Так, вот этот проводок, вот я его дернул. Вот. Подключаем его в USB-шку. И вот здесь вот, вот сейчас должен появиться DVD-ROM. Почему-то второй раз уже не появляется. Первый раз был. А, вот, все, появился. Так. DVD-ук вроде как отреагировал на нажатие. Он у меня уже, он пыльный весь. Не знаю, этот лазер этот протру сейчас пальцем. Может, конечно, так нельзя, но хрен с ним. Кроме вот этого диска «Стройная мама. Секрет успеха» никакого больше не нашел. Свадебный тоже не нашел. Ну, поставлю этот, попробуем. Будет читать, не будет. Так, закрыли. Завелся, слышно, что работает. Вам слышно или нет, не знаю. Так, вот уже что-то. Хит мама, постнатал. Этому файлу не сопоставлена программа для выполнения этого действия. Так, воспроизвести можно? Нет, нельзя. Так, открыть можно. Все, это уже в принципе неплохо. Где у нас тут какой-нибудь файл почитать? Аудио. Так, видео. Что-то пытается скрипсти там. Так, не знаю, у меня стоит ли какой-нибудь плеер на чтение этих дисков. Хотя винда 10, я думаю, наверное, что-то будет стоять. Я думаю, вам слышно. Кстати, вот здесь синенькая лампочка моргает. Да, вот что-то появилось. Предупреждение. Красота. Йога. Расслабление. В общем, этот девайс оказался рабочим. Если вы столкнулись с моей проблемой, советую эту штуковину вам к приобретению. Ссылки вы найдете внизу под видео в описании. Это все обзоры на сегодня. Товаров было не так много. И интересные, которые действительно нуждались в обзоре, я вам показал. Все товары я покупаю с помощью кэшбэк-сервиса EPN. Ссылку на него вы найдете в описании и будете экономить до 15% на покупках. Обязательно комментируйте видео, ставьте лайки. Пока!